Доброй ночи. Документы езжу в Томарской области, у меня полиция в Москве. Что? Документы просто. Причина? Призывание места Житома. Что у вас за пассажир? Ну, две девочки и мальчик. Документы просто. А кивит призывание? Место Житома, ты ничего не знаешь? Не, не знаю. Сейчас опера придут. Опера придут? А вы не можете сказать, меня же вы останавливали. Я же вам поехал. Призывание места Житома. Но у меня документы есть. Предъявить власть? Тяжко показать документы. А тяжко показать противование? Жить в власти, бывает. Там мне нет времени. Так что вы сами сейчас затронули? Товарищ майор. Да, майор, да, правильно? Правильно. То вы меня остановили, чтобы поговорить или что? Переверить ваши документы. Дивиться, что вы перевозите. Что я перевожу? Да. У меня пассажиры едут. Не шо, а кого? Що? Пасажири не що, а кого? Він не речі везе, він везе трьох я людей ззаду. Я питаю, що вони кажуть. Ну я ж говорю, таксі ж видно, да? Ну що ж таксі? Ну працю можна побачити? Він чергову частину, вам там не скажуть. Чергову частину? Ні, ну ви ж мене зупинили, у нас якась має бути... Суть скоєного правопорушення та причина зупинки. І взагалі, чому... Зупинка і пред'явлення документів має бути на якійсь підставі. Де підстави, якісь оформлені документи? Чому ми повинні тут сидіти і чекати, поки ви якусь придумаєте отмазку, шеф? Я не шеф. Ні, ну товариш майор, я реально. Реально? Багато крадіжок. Ну а яким ділам від крадіжок? Які хочеш. Перевозити там що? Я понял. Я похож на крадія? Преступник не похож на людей, он похож на художника. О, Витя, а на художника ты похожий? Ну, я похож на художника? Да вы бачите, что бандит, он должен быть похож на бандита. Не, ну я не знаю, ну, как говорится, ну, вы так, протокольная внешность. Вы так, есть такое? Нема. Нет. Что, я могу ехать? Документы покажите. Ну, зачем вам документы? Может, у вас нема, может, забыли. Да есть. Покажите. Ну вы же мне не показываете операцию, какая операция. Вот чтобы показали, какая операция, без проблем. Ну документы я сразу, видите, вы мне вот говорите. Я вам должен, получается, поверить на слово. А вы мне на слово не верите. А почему так? Я вам поясню. Вы мне говорите опера. Ну пускай опера подойдут, если вы не можете. Где там они спят, да, пока служба идет, они спят. Ну как, они должны же, операция, сейчас такая ситуация в стране. Они должны вашу безопасность, это вот. А вдруг бандиты, вот целая машина бандитов, мы сейчас бы вас украли бы с пистолетом и посадили бы себе в машину. Как вариант? Попробуй. Не, ну как вариант. Они должны вас как-то, вот, вашу безопасность охранять. Снял? Не, еще не все снял. Я видеосъемку веду. И вам всего хорошего. А можете на дежурную позвонить, они скажете номера, они вам скажут, то что. Все хорошего.